Салем, друзья, меня зовут Саша. И наконец-то этот момент настал. Да, друзья, сегодня мы с вами посмотрим, наконец-то, шоу Ирины Кайратовны. Да-да-да, вы очень долго и много просили меня это сделать. Мы слушали уже довольно много клипов от Ирины Кайратовны, например, «Джай», например, «Беги» и, например, другие песни. Не помню, какая еще песня была, но если что, она вылезет тоже где-нибудь на экране. И ссылки, конечно же, на них будут где? В описании. Конечно же, в описании. Где же еще? И в общем, друзья, я до конца не знал, что такое шоу Ирины Кайратовны, а потом я немножко его посмотрел, прочитал про него, в комментариях почитал, что вы мне пишете по поводу этого шоу, и понял то, что это сборник маленьких, можно так сказать, вайнов, шуток, очень смешных. И самый главный минус этих всех шуток, то что там есть маты. Но ничего страшного. Но довольно сложно в наше время сделать очень смешные шутки, чтобы они не содержали в себе матов. Поэтому не будем расстраиваться, да. Видео, правда, будут очень смешные. Посмотрел буквально минутку, и я там уже ржал как конь. Да, кстати, у меня один раз на уроке английского я очень сильно смеялся, и мне в дневнике учительница написала «Рже я кинь». На украинском это «ржет как конь», короче. Ну, вы поняли. Посмотрим мы первый выпуск, я думаю, это логично. Первый выпуск шоу Ирины Кайратовны, которое называется «Новая эра казахстанского ютуба». А вот это уже интересно и заманчиво. «Новая эра казахстанского ютуба». Что же это может значить? Друзья, ну а перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на этот канал. Если у вас горит красная кнопка «Подписаться» снизу, то, пожалуйста, нажмите ее. Потому что 85% людей, которые смотрят мои видео, не подписаны. То есть, понимаете, вот есть миллион человек. Миллион человек. Мы делим это все на 100% и умножаем на 85. Вот столько людей из миллиона смотрят мои видео не подписанными. Ну, почему вам это не сделать? Почему бы вам не нажать на эту красную кнопку подписаться и не сделать ее серой? Так вы сделаете и мне очень приятно, и сами будете поднимать себе настроение и пополнять багаж знаний о Казахстане и Кыргызстане, и в будущем еще и о других странах. Совсем скоро я открою еще одну очень классную рубрику, которая будет поднимать наше настроение и багаж знаний. Будем очень весело проводить время, но это все впереди, поэтому подпишитесь, если вы не подписаны. Так вы сделаете мне очень приятно. Ну а тем, у кого кнопка подписаться горит серым, спасибо. Спасибо. Что я делаю? Друзья, также я буду очень рад видеть вас в комментариях под этим видео. Напишите мне еще, что вам интересно, чем вы занимаетесь во время карантина, какие видео вам интересны, что вы смотрите и стоит ли смотреть шоу Ирины Кайратовны 2? Потому что я думаю, то, что после просмотра первой части нам уже будет все ясно. И скорее всего мы будем продолжать, если вы, конечно же, поставите лайки и подпишитесь на канал. Это будет огромной мотивацией для меня выпускать вторую часть и для Ирины Кайратовны делать больше таких видео. Потому что ссылка на оригинал всегда в описании, можете перейти, поддержать шоу Ирины Кайратовны лайком. Я думаю, им тоже будет очень приятно, ведь они постарались. Вот не поленитесь, перейдите, поставьте лайк, и тогда часть шоу Ирины Кайратовны выйдет намного раньше, чем она могла выйти без вашего лайка. Ну а также, если вы хотите со мной пообщаться лично, то просто подпишитесь на мой инстаграм, нижнее подчеркивание, Санёк, нижнее подчеркивание. Я отвечаю абсолютно всем, без исключения. Лайкаю взаимно ваши фотографии, переписываюсь с вами. Вы предлагаете мне какие-то видео, я их смотрю. Ну что, друзья, поэтому давайте не будем с вами долго задерживаться, не будем медлить. И что мы делаем? Поехали! Сразу скажу то, что это не оригинал видео, это небольшая ремейка, потому что там банили по авторским правам одну музыку, ее пришлось заменить. И немножко в некоторых моментах маты поубирал, чтобы не забанили видео. Поэтому все, давайте начинать. Внимание, 21+. Дорогая, у нас все шикарно, но я должен тебе кое в чем признаться. Нет, давай сначала. Я видел это. Нет, я не такой идеальный, каким кажусь. Ты куришь? Курю. И не только сигареты. А я нюхаю кокс. А я тебе изменял. Помнишь твою лучшую подругу Айнур? Ну? С ее собакой. С этой сукой? Не называй ее так. Я не знаю, как тебе это сказать. Я фанатка Black Star. И что в этом такого? Я все равно люблю тебя. И я тебя. Больные, блядь. Пойдем, Жан. Да, вот здесь будет такая сборка очень многих приколов классных. Салам алейкум, ютуберы. У нас последние новости. Президент Америки Барак Обама ввел новые санкции против России. Я один смотрю на вот этот вот смайлик и все видео. Как передает наш специальный доставщик пиццы, новым президентом Америки стал Дональд Трамп. Да ладно.
сука! Сука, я так и знал, блядь, что ты мне изменяешь! Вот почему ты мои сообщения не читаешь! Он, знаете, как надо будет, влетел, я сейчас убью вас обоих и размажу вашу кровь на эти обои! Ты вообще кто? Я новый рэпер. Слушайте мой новый гангстер, альбом. Я говорил, гангста лэп, лав. Я кто там следующий? Пацаны, мне кажется, эти новости вообще никому не интересны. Я не смотрю новости вообще, вообще никогда. Кому они могут быть интересны? А? Людям. Людям. Ну, если людям интересны, тогда давайте узнаем у людей. И у нас специальный корреспондент. В Казахстане в Астане будет проходить Экспо. Это же на он. Экспо пригласили много разных звезд, такую как Риана. Риану знаете? Знаю. Вот, какой красивый Риану... город все-таки. Нравится ее Шейк Дадас? Нет. Тверк тоже не то? Нет. 50 Cent, Eminem. Я фанат Рианы, да. Ты можешь, ты тверк делаешь? Вагаликом ассалам. Ты думаешь, у Хайрата Нуртаса с Нюшей что-то было? А не кто знаю. Это я такой? Не был интересно. А где ты был? Пишите в комментариях, если знаете. Сен маған мүлде қарамайсын. Біз үйленгелі ешқандай ресторанға бармадық қой. Мен саған неге тұрмысқа шықтым айтшы? На каком языке она рассказывает? Сен ауды достарыңмен бірге жүресін. Маған мүлде уақыт бөлмейсін. Арасында бір-екі комплимент айтып қойсайшы. Сен маған соңғы рет қашан үй сыйладың? Даже артыңнан да жинамайсын. И вообще, сен неге ақша да алып келмейсін? Туф, кетші бар, кімге айтып жатырмын мен? Чинга ту мадре. Хорошо, что я испанец и ничего... Хорошо, что я испанец и ничего не понимаю. Дорогие казашки, запомните, когда вы выходите замуж за иностранца, вы не сможете выносить ему мозги. Все. Ролик создан при поддержке Национального фонда Кутнда Хасперба Казахатис. Это реально ролик создан или это прикол? Где планируешь отдыхать? Кокчетай? В Боровом? Вопрос, Егор Крид или Сикешев? Гей-парад, концерт, нормально. Ну, если я не поддерживаю... Вы вдвоем? Специальный корреспондент. Отдельно. Вышел новый, сенсационный, большой альбом Кендрика Ламара. И в этом новом альбоме нету ни одного слова про Астану. Как считаешь, это правильно? Кто это такой? Астана это город, где мы живем. Ты стала... Астана это город, в котором мы живем. Он спрашивал, кто такой этот исполнитель. Парнем, в 8 утра проснулась. Твои первые действия. Если я стала парнем, я пошла поиграть в футбол. Так к тебе подкатывает два парня, прикинь. Один подъезжает на Мэрине 221. 221? И симпатичный, нормальный. И второй на 61 автобусе. Кому ты подойдешь? Тот, который на автобусе еще прыщавый, страшный и жадный. Ну, на Мерседесе, конечно. Логично. Все вы одинаковые. Ну, понятное дело, тот прыщавый на автобусе, а тот на Мерседесе. Логично все. Потому что кому нужен на автобусе прыщавый, страшный, еще и жадный? А тот на Мерседесе добрый, красивый, все дела. Логично то, что выберут на Мерседесе? Вопрос-ловушка такой. Люди с Индии. Are you dancing? No, I don't dance. Рубрика «Подставное интервью». Вот корейцы жрут собак. По-твоему, это нормально? Нет, это не нормально. Мы едим лошадей, ты ешь лошадей, это нормально? У меня, кстати, было видео, называется «Съели коня». Да, мы же казахи. Лошади. Их можно? Можно. Лошадь сидит. Рубрика «Подставное интервью». Да ты шо? Как долго. Ты заебал, блядь! Чё, свои носки не поменял, что ли? Ё-моё, чё за грязные... Ну что ж, бездельник, это отдел маркетинга Ирины Кайратовны. Отдел маркетинга. Я покажу тебе сейчас рекламные ролики, которые не попали в эфир телевидения. Интересно. Реклама бургера. Новые. Абсолютно черные. Круглые абсолютно и дрова. Уникальные и неповторимый вкус. На свай у бабушек. Ешь, жуй, кидай на свай. Вот здесь я музыку заменил.
не теряйся. Фухё. Компас. Кто пользуется компасом? Тяжесть. Вот у меня на телефоне есть компас, я его, наверное, ни разу в жизни не открывал. Вот реально, пользуются компасом только путешественники. Есть же карты. Как можно потеряться, если есть карты? Кто компасом пользуется? Вот есть ли такие люди, кто пользуется компасом? Вот напишите в комментариях, ты хоть раз открывал или открывала компас? Мне кажется, нет. Желудки, диарея, не можешь нормально переварить еду и много съел на ночь? Таблетку надо пить. Заходи под вечер. Скачивай новый трек, освободи желудок. Скачивай новый трек, Скруджи, освободи желудок. Давай еще раз. Вот это классная шутка. Много съел на ночь. Не знаю, кто такой Скруджи, но ладно. Заходи под вечер. Скачивай новый трек, Скруджи, освободи желудок. Что здесь написано, интересно? Навалиный. Ищу свою майку, можете посмотреть интервью со звездой. Е-мэм, майка. Вот смешно, что я не то почитал. Всем привет! Сегодня у нас в гостях самая обсуждаемая девушка Казнета. Нагимова. Айжан Байзакова, к сожалению, не пришла. Поэтому сегодня у нас будет известная блогерша, вайнерша. О, интересно. Автор книги «Как прожить с третьим соском». Самая украденная невеста Казахстана, мисс Хайпборд Алматы. Чего самая украденная? Чтобы ты не сбежала с нашего интервью, мы по всему периметру разложили бабушек, так как знаем то, что ты не перешагнешь. Именно разложили. Почему у тебя ник Нагимуша? Потому что все остальные были заняты, а называть себя длинным именем, типа Ахметова Нагима, я не хотела, ну и с детства меня так называли. Ну а почему Нагимуша? Классное интервью, прямо на природе. Да. Вот скажи, как к тебе подкатить, чтобы ты сразу дала свой номер телефона? Надо быть немножко нахальным, таким это самоуверенным. Как? Ну, типа, подошел, сказал, типа, детка. Ой, не, ну не детка, но короче, типа. В Инстаграме у себя ты снимаешь такой проект, как гуру отношений, да? Угу. Знаешь, нам на почту пришло очень много вопросов по твоему блогу. Ответы на которые, конечно, у нас есть почта. Ответы на которые знаешь только ты. Почта такая классная. Мой парень постоянно называет меня шлюхой. Что мне делать? Анжелика, 36 лет, 2500 час. Что делать? Нужно не вести себя как шлюха, перестать себя так вести. Вот. Хорошо, следующий вопрос. Никогда так ответьте. Мой парень не делает мне комплименты. Что делать? Пишет нам Айдос из Талдыкургана. Странный вопрос. Я попрошу Айдоса написать мне лично. Как бы ты написала свою жизнь? Сделает комплименты, что ли? А, нет, наверное, заставит. В пяти словах моя жизнь. Моя жизнь. Очень интересная жизнь. Моя жизнь очень интересная жизнь. Какая у тебя мечта? Я хочу ехать на большом-большом лайнере и стоять, как в «Титанике», на самом углу, чтобы я такая ехал, и чтобы выпал большой-большой кит, вот так вот перевернулся, и меня вот волной качнуло. Я хочу это почувствовать. Скажи, как отреагировали твои родители, когда увидели это видео с пранком? Каким пранком, интересно? Сегодня уже пятый день по счету, как меня пранканули. Отец не разговаривает со мной пятый день. Ух ты, это жестко. Что за пранк, интересно? Напишите в комментариях, кто знает. Папа не разговаривал со мной, но мама отреагировала довольно-таки нормально. Мы очень благодарны, то, что ты смотрите, пришла в наше интервью. Ходит. И хотелось бы подарить тебе этот цветочек. Спасибо. Потом подарили цветочек, называется. Потом она поднимет. У нас рубрика «Крупным планом» со звездой. Нагимуша, тебе предстоит следующая задача. Я буду тебе задавать обыкновенные ситуации, нужна лишь твоя реакция. Угу. Все понятно, думаю. Правила просты. Начнем. Ты только что узнала, что твой парень гей. Ты случайно проглотила. Мне можно что-нибудь говорить? Можно. Ты случайно проглотила. Что? Мыло. А мыло? Ты только что заметила, что от тебя отписалось 200 тысяч подписчиков. Да, это много очень. К тебе поступило предложение от Brothers. Ну,
я типа удивлюсь так. Но скажу, нет, спасибо. Маша, после первой съемки в Brothers. Я не знаю, я устала, типа. Застукала своего парня с Эльданой Форайс. Ты кто такая, интересно? Это больно. Это больно, да. Ну, ты вкинулась на слайд. Классная ситуация. Один раз пробовала в школе. Я один раз это было пробовала. Ну, это было примерно так. Да, и у тебя есть? Девчонка хочет. Нет. И последний вопрос. Как ты относишься к сексуальным меньшинствам в Казахстане? Я отношусь вообще нейтрально, абсолютно. То есть тебе вообще все равно? Мне не кажется. Ну, люди делают. Что есть они, что их нет. Салам алейкум, здесь нельзя снимать. Давайте. Ребята, салам алейкум, здесь нельзя снимать. Мы сняли! Спасибо, Нагимуши, это вечернее шоу. Да, типа охрана, я помню, было. Так. Так ты мне сегодня... Сейчас будет спрашивать его что-то жестко. Сегодня скажешь или... Он даже спросить не успел ничего еще. А его уже... Ты долбоеб? Ты нахуя его убил? Ну это было круто. Это было правда круто. Нагимуша. Револьвер за 2990 деньги. Классный револьвер. Настоящий, 100%. Фух, ну это было реально круто. Друзья, это было правда круто и очень смешно. Особенно в конце, револьвер за 2990 тенге. Вообще все видео наполнено такими крутыми приколами, то что прям мне уже не терпится, честно, посмотреть вторую часть. Поэтому поставьте лайки, подпишитесь на канал, обязательно будет. Хотя, ну я думаю, я по-любому посмотрю, хотя бы сам, потому что это очень круто. И вот я начинал, правда, с не очень настроением, потому что сегодня погодка такая, ну не очень. Плюс карантин, выйти никуда нельзя. А после просмотра этого видео, ну вы сами видите, я прям вне себя от счастья и радости, потому что я столько насмеялся, то что за одно видео я так не смеялся никогда. И это очень круто, друзья. Огромное спасибо, то что посоветовали посмотреть это замечательное шоу. Если вам понравилось это видео, вы хотите поскорее видеть вторую часть или посмотреть другие мои видео, то просто подпишитесь на этот канал, нажмите на серенький колокольчик, и тогда вы не пропустите ни одно мое видео о Казахстане, о Кыргызстане, о будущем еще интересных странах других. Да тут много разных рубрик, и путешествия по городам, и виртуальные путешествия, и реакции, и нереакции, и много всего, короче, подпишитесь, не заскучаете, да. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, и, кстати, напишите, какой у вас самый смешной момент был. Какой момент самый смешной вам был в этом видео? Мне, наверное, последний момент был очень смешной. А также еще какой? Наверное, про рэпера, который тоже заходит такой... Трэп, гангста, лав, что-то там такое было. Ну, в общем, круто. Матов, правда, многовато, но ничего страшного. Надеюсь, что вам понравилось это видео. С вами был я, Саша, и шоу Ирины Кайратовны «Новая эра казахстанского Ютуба». Правда, новая эра казахстанского Ютуба. Да и вообще Ютуба. Огромное спасибо за просмотр, то, что вы со мной, и... Да. Что еще сказать, не знаю. Пока, наверное.